тебе приятно здесь быть? И помнишь, ты сам себя когда играл за такие команды юниорские? Да, да, это на самом деле очень приятно. Аккуратнее. Очень приятно, на самом деле, находиться. Спасибо молодежной хоккейной лиге, что пригласили. Для меня это честь. Хотелось бы пожелать всем номинантам, ребятам, тем, кто играет в молодежной хоккейной лиге, чтобы они работали, старались и всегда стремились попасть в КХЛ и играть со сборной. У нас было много талантливых молодых игроков. Молодежная лига – это еще и уровень юниорской сборной. Ты смотрел юниорский чемпионат мира? Как тебе впечатление? Да, я смотрел, на самом деле, как раз этот последний игру, когда они проиграли, да, 5-1. Но два периода, на самом деле, равная игра была. У нас было достаточно моментов, но потом где-то ребята… Но на то он и молодежный хоккей, чтобы совершать ошибки где-то, учиться на них и расти. Как ты посоветуешь ребятам, которые 18-летние, идут на драфт, Свешников есть талантливый сейчас, из Челябинска парень, что им надо делать, чтобы расти в ДНХЛ? Во-первых, у каждого своя как бы дорога, своя, свой путь. Куда бы ты ни посмотрел, это, в принципе, в жизни везде так, и в спорте. Безусловно, хотелось бы пожелать им, чтобы они работали, никогда не сдавались, потому что бывают моменты, когда ничего не получается, и такое ощущение, что все против тебя. Но это не так. Нужно находить все силы, бороться. И самое главное, без травм, потому что в нашем спорте это очень важно. И, конечно, хотелось бы поменьше, чтобы их вообще было у всех. Саша, счастлив ты сейчас, приехал в Америку, лучший сезон провел реально, столько очков набрал. Ты про что говоришь сейчас? Про… Мы же про молодежные какие-то… Да, про футбол. Последний вопрос, про футбол скажи. Футбол, чемпионат мира, тебе интересен? Буду болеть за сборную России. Билеты есть тебе? Ну, есть, но я хочу попасть на финальную часть. Ищешь билет на финал? Не, у меня есть, почему я не ищу, у меня есть. Спасибо. Давай, хорошего лета тебе.